Вот такое интересное явление я увидел, как из леса поднимается пар в облака. Обычно мы видим, как идет дождь. А тут обратное явление. Обратите внимание, вода поднимается вверх, пролетающий над лесом облаком. Не опускается, а именно поднимается. И это явление уже достаточно давно происходит. Просто вот за камерой я сходил только сейчас. Началось оно вот с той стороны. И вот так вот прошло вверх, поднимаясь, как будто притягивает облако в себя снизу из леса влагу. Сначала это была маленькая, тоненькая струйка вот с той стороны. Потом появилась вторая струйка, они объединились вместе. Теперь мы видим целый поток верхходящий, поднимающийся от леса. Вот такая интересная у нас картина. Это не смерч, это не ураган. Сильного ветра нет, вот можно обратить внимание на деревья. Но поднимается. Сейчас поменьше стало, все равно видно, что поднимается. Это не видеомонтаж, не фотомонтаж. Так себя ведет. Интересно, природа. Движение воды. Почему притягивается она, почему отталкивается от земли, почему притягивается пролетающее облако? Это вопрос. Хотя крапает сверху дождик, не сильный. Казалось бы, вон там видно, вот в нашу сторону идет дождь. Вот видно такая, вон она уже около леса. Этот поток уменьшился, но все равно струйки тянутся вверх, поднимаются. Вот такое интересное явление я сегодня обнаружил. Если считаете, что это что-то не очень известное вам, то отмечайте лайками. Все, всем до свидания. Следите за природой, за интересными явлениями, которые в ней происходят. И жизнь станет интересней и полезней.